Порядок выдачи больничных по карантину могут изменить. Предложение Минздрава. Там считают, что в законе прописаны не все ситуации, при которых человеку полагается оплачиваемый больничный. Сейчас больничный выдают только тем, кто переболел ковидом, кто контактировал с зараженным или ухаживал за больным ребенком до 7 лет. Но много случаев, когда группу в детском саду закрывают на карантин. При этом там есть дети, которые во время вспышки находились дома с обычной простудой или, к примеру, куда-то уезжали. Этих детей не считают контактными, но так как вся группа на карантине, они тоже обязаны остаться дома, и родители вынуждены брать отпуск за свой счет. Минздрав предлагает отрегулировать в законе такие ситуации. У Минздрава еще есть ряд предложений. На следующей неделе их хотят обсудить с Минсоцзащиты. Там отмечают, весной, когда режим ЧП только ввели, по больничным действительно было много вопросов. Их решали в оперативном порядке. Нынешние предложения Минздрава тоже изучат и все вместе примут окончательное решение.